Всем привет на моем 99-м стриме. Сегодня мы проходим игру Тоху 10 Mountain of Faith, то есть гора веры. Так, как-то так. Сегодня у нас 3 августа. И так. Поехали. Так, захвата нет, да? Ща... О. Так, посмотрим, что у нас тут с чем. Как обычно, напоминаю, Тоха игры я играю первый раз, ну вот. 9 частей прошел. Так, стоп, что там у нас в опции? Так, возможно, нужно потише чуть игру сделать. Хинт. Не знаю, что это, но пусть будет по умолчанию. Окей, конфиг. 1, 2, 3, 4. Странно. Что это за 0, 1, 2, 3, 4? Непонятно. Привет, Тор. Ладно, начнем, посмотрим, уже разберемся по ходу. Значит, ранг селект. Изи, нормал, хард, лунатик. Ну, стандартно. Ну, нормал, конечно. Так, плеер селект. Тут все по-японски, но в принципе и так понятно. Рейму, Мариса и все. Кстати, почему по-японски? Я разве перевод не поставил? Вроде ставил. Жопочная часть? Ну фиг знает. Оружие. А какое по умолчанию стояло, стой? Ну давай вот это по умолчанию. Так, а как стрелять? Ага. А что это за звёздочки я собираю? Такого вроде не было раньше. А что тут, бомб нету что ли? Что я не понял. Или где они обозначаются? А, привет, Аяка. Ну, уже что выбрал, то выбрал. Ну, не пройду и, значит... Возьму другую. А что это за инь-янь крутится? Он тоже стрелять, что ли, помогает, или чего? А, тут когда микришь, еще меняется стрельба. Так. А, вон там написано Аки Шизука. Типа название босса, да? Ну, имя. Игру потише надо? Ну, поставил потише. Бомба это пауэр. 2.75. А как может быть 2.75? Одна бомба, один пауэр. Звездочки. Вера. Вера множество очков. Очки жизни. А, ну ясно. Так, это кто? Не знаю, кто это. Аки Виноуко, по-моему. Там что-то шрифт такой кривой.
что убрал? Максимум 5-0, маленькая П, 0-5, большая, не помню. Ну, ну посмотримся. Что суть надо было? Ты можешь яснее выражаться? А какое оружие сильнее, когда микро или когда не микро? Ну, по-моему, вот с каких-то из предыдущих частей было, когда, ну, отпускаешь микрокнопку, то было сильнее. Я так отвык уже от этого, давно не играл. Ну, вообще, в Тоху. Что-то спел карт бонус какой-то забрал. А прикольно, тут бонус еще примагничивается. Так, оно же самонападящееся, да, на меня? Так, ну ладно, уже какая-то другая стадия. Вот эти вот лучи, конечно, я не люблю, вот где бы они ни встречались. Ну, в принципе, надо искать проплешину. И тогда более-менее безопасно. Нормально. Вроде без потерь первый уровень. Привет, Инферно. Так. Делать громче? А. У этого одинаково все плохо. Да ладно, что все настолько прям плохо на нормале? Ну, ну какая разница? Я не буду выключать, пока не будет game over. Я же должен осознать, что здесь очень сложно, а то иначе ты, ну. Как бы там. Можно вообще не играть, вся игра сложная, в принципе. Ну потом возьму. Если проиграю. Это кто? Там где-то написано, наверное. Я пока не вижу. Вроде эти персонажи новые, да? Ну, вражеские. Ах, блин. Вот и первая жизнь. Поехала. Что напишут? На втором мире уже это. Жизнь потерял, ну вообще дно. А, так. Ты говоришь, бомба тут все-таки какая-то есть, да? Ну, сейчас попробую нажать в какую-нибудь ситуацию неприятную. Кагияма... Блин, не видно вообще. Хима, что ли? Не могли шрифт нормально сделать? Или хотя бы фоном как-то закрывать? А, вон оно что? Ну да, есть такое. Ах ты ж. А надо было использовать, да, наверное, этот пауэр? Бонус фейлит. Ок.
количество бомб в небеса уходит? В каком смысле? То есть их очень много? Или что? Так, что у нее там осталось? Одна полоска, что ли? Ну, вроде пока терпимо. Так, второй уровень пройден. Да, вот то я про эту игру, я сам увижу и потом скажу, да, что-то, блин, нафиг, хочу со мной надеющийся. Так, третий уровень, да? Аж 3. Да... Блин. Что-то shift отпустил зачем-то. А continue? Нету? Не понял. А, не, есть, почему? Да, у меня еще нормально. Ну вообще я бы и на краба не обиделся, так как это соответствует действительности в этой игре. Ну потому что в этой игре, чтобы не крабить, это все-таки надо, ну, неприлично тренироваться. Привет, Оги Бастия. Ой, что-то чуть не зажали. Так, надо как-то к боссу-то пробираться, а то у меня самонаводящихся-то нет. Но это был еще не босс, да? Так понимаю. Так, предбосс был. Ознакомление. Демо-версия. Так. Вот их надо сразу уничтожать. Тут понапустят, потом разгребай. Шестой уровень? Тут еще шестой уровень есть, да? А, ну в смысле он только для босса, как обычно, наверное. Ой, это что? А, ну в принципе норм. Меня просто, да, конечно, удивляют такие атаки, где просто куча всего. Хотя даже по факту бывают они несложные для ворота, но, блин, смотрится эффектно.
Так. Ну тут, в принципе, все понятно. Ой! Я не думал, что она так резко начнет атаку, ну блин. Я думал, там пройдет еще несколько секунд, если честно. Обычно как-то дольше вроде подготавливались. Ну это вроде терпимо. Опять сейчас резко начнет. Эх ты ж, ну ладно. Ты как случай, они... Да что ж так, ну... Как обычно, хорошую концовку я совершенно не стремлюсь открывать, ну потому что это практически невозможно для меня. Так что то, что я беру континью, это нормально. Лишь бы их хватило до конца. Ой, сначала уровня? Да ладно. Что-то я только сейчас понял. Обычно вроде прям с того же момента начинаешь. Даже у босса столько же здоровья остается. Тут сначала уровня. А, бесконечная континия? Да ладно. Это же как в первой части. А в чем тогда проблема? Неужели я с бесконечными не пройду? Канако? Что такое Канако? Или кто такой? Ну бомбить, ну, я пока не вижу опасной для себя ситуации, а когда она возникает, это происходит слишком быстро. Ну сейчас вроде ничего опасного. Ну вот, оправдалось. Четвертый просили? То есть там настолько все жестко, что 3 жизни просто не хватает, да? На уровень. Ну, наверное, из-за босса, я понял. Там на боссе, наверное, 3 жизни даже мало, да? Юзаем дабл-шифт, как обычно. Немножко подбомбим. Ну да, это очевидно, что... Раз бесконечный континент, то сложность более высокая. Так, у нее 2 звездочки, это значит еще будет. Это как бы 2 полоски, да, жизни будет, как и раньше. Просто в разных там чуть по-разному системы каждый раз. Не, вот это, по-моему, самая легкая атака. Вообще ничего делать практически не нужно. Уворачиваться от очень медленных пулек, которые довольно-таки широко летят. Так, надо лучше разбомбить.
А эта бомба, она как будто какой-то, да, областью круговой. Это имеет значение, на каком я расстоянии от босса нахожусь? Может, такой дополнительный урон наносит? Или нет? Здесь бомбить буду, наверное, сейчас. Я, походу, даже ни одну жизнь, да, не потерял на этом уровне. Ну, вот со второй попытки, так скажем. Ну это что еще? Да жесть. Блин, вроде так легко было увернуться, а что-то это. Какие-то подставы эти штуки такие. Вот, что-то много всего. Не, ну чем ближе к боссу, тем больше урона. Это именно из-за того, что разлетаются пули. А я вот именно про бомбу, вот этот вот круг. Он имеет значение? То есть он наносит сам по себе какой-то урон? Ну вот, четвертый уровень, да, ты говоришь, что я его вряд ли пройду. Что-то многовато тут всего. Да уж. На экране свободного места почти нету, дышать нечем. Скоро бомба закончится, ну, сила. Я так понимаю, когда я использую бомбы, то у меня оружие слабее становится, да? Походу. То есть это... Теперь это одна полоска бомбы и сила оружия, да? Вроде типа того, если я правильно понял. Ну, не полоска, в данном случае, а шкала. Но бомбить, боюсь, нечем мне будет, пока я дойду до босса. Или дошел уже. Жалко, что на японском тут. А я? Её зовут. Пока не понял точно, как здесь уходить. Вроде пока терпимо. Только я не попадаю, правда, в босса. О, а или попадаю. Я просто как-то наверх не особо смотрю. Что это такое? Ой, нет, прибор. Эх ты ж. А, зря надо было бомбу юзать. За нее страдал в прошлой игре.
А, в смысле в 9.5? А, лол. Я понял. То есть это так, кто фотографирует, да? Так самонаводящиеся же, они же очень слабые, и что думаешь, прям намного было бы лучше, если бы я бы их использовал. Наверное, жизни не стоит терять, да? На уровне. Ну, маленькие, конечно, эти звездочки, неудобные очень. Но они хотя бы медленно летят. Ворона. Не, блин, перебор это. Что там, я еще бомбить могу вроде, да? Так, вроде это уже прям предбоссовая, так сказать, локация. А, вон, там написано Сайминару, по-моему, да? А, я. Да, непонятно, как там без бомбы уходить-то. Вот здесь самая нормальная атака, чтобы уходить без бомбы. Надо только наловчиться. Вот. Хотя бы так. Но это уже хз. Давай, закончись уже атака. Фу. А, блин, затупил. Это что? А как в неё-то попадать? Блин, почему я бомбу не использовал? Хотел уже нажать, но...
Так, надо как-то постараться без потерь жизни. Лучше без бомб прийти, наверное, но... Со всеми жизнями. Они еще и наверх меня догоняют. Ну это вообще что-то. Два 70 осталось. Один 95, 2. Так, 1.30, это значит, что я смогу использовать один раз. Сейчас еще один раз могу использовать, она же 0.5, да, вроде тратит. Тут последняя осталась, по сути. 1.10, значит, два раза смогу использовать. Надо. Так, здесь надо просто выжить, здесь можно. Фу, 1.50 насобирал, ровно на 3 бомбы. А, один тратит, что ли? А, на одну, да? Ладно, ну хоть на одну. Зато 3 жизни. Ну, то есть, как бы, да, 2 в запасе. Блин. Странно, я же 1 жизнь не потерял. Да что такое, я же нажал, ну я точно нажал. Значит, на микросекунду позже нажал, видимо, чем надо. Ну, самая такая фаза, где вообще непонятно, что делать. Или понятно. Так, вот она, эта ерунда начинается. Есть 2 бомбы. Так, у нее последняя осталась атака. Фу, все. Последнюю жизнь мог бы даже не терять, в принципе. Ну так, что-то прям сначала уже начинает
толковать. Пятый уровень. Кто-то говорил, что я едва ли до него дойду. Ну, я, в принципе, да. С трудом дошел, но... Дошел же. Ну вот начало было сложнее, чем вот сейчас атака, например. Так, а ты кто? Кутя Санаи. Так, у меня бомбы нет. Ну да, там печалька. Не, ну то понятно, я ж начал не с тремя жизнями уровня. О, как я повезло, через шарик прям прошел. Так, и вот она снова. А, что я сделал, блин, это жесть была. Ну, ладно. Что было, то было. О, жизнь, кстати. Так что мы вернули потерянное. Да, что-то жестко. Еще говорите, шестой уровень, да, есть? Обязательно. Ну, то есть, даже на плохой концовке. Или там только босс, как обычно. Это что у нее в руке такое? Кухонное что-то? Принадлежность? Даже на изи есть шестой. Кто? Так почему по-японски-то имя написано? Ну, оба. А, вон. А, ну да, Котя Санаи, который нам первый раз встречалась. Блин, я думал проскочу, но вроде же там был промежуток, ну ладно. Какая-то там нездоровая была ситуация. Да тут, наверное, все атаки такие будут нездоровые. Так, тут вроде не сложная пока.
Хотя вот за Жайла это плохо, да. Что это такое? О, блин. Это фигня вообще. Так, бомб 1.75 осталось, блин. И что, типа, хотите сказать, что вообще удаляй, типа, этого босса вообще не пройду? Ну, не знаю, мне так не кажется. Это была лишь всего лишь первая попытка, как бы, только впервые увидел эти безумные атаки, оценил. Вообще капитально просто понаехали. Оп, растворил твою атаку частично. О, жизнь дали, да, опять. То есть сейчас у нас 3 жизни в запасе. А, бомб-то нету. Приходится выживать самому. Так, одна есть. На одну бомбу наскреб. Прелестный уровень, да? Ну, я понял. Кстати, я заметил, здесь точка есть на Рейму, ну, типа, хитбокс. А, бомбы-то нету, я что-то расслабился, уже нажал и полетел вперед, блин. Блин, не выдержали нервы. Хотя там я мог проскочить. Опять зажало не слабо. Да сколько уже у нее там атак? Еще одна звезда у нее, блин. Это печально, потому что тут вообще непонятно, что делать.
Да куда? Я не понимаю. Так, последняя атака. Просто бомбите, мне кажется, могу пройти. По любому поводу бомбим. Не было раньше вроде. Не было раньше точки, точно говорю. А, через Shift? Не знаю, что-то не помню, если честно, не было. Мне говорили, что можно каким-то модом поставить. Ну вот, прошел со второго раза. Шестой уровень, да? Ну посмотрим. Что ж тут такого? А, ну... Не, ну понятно, я-то... ну, сейчас не с полными жизнями тут. Видимо, без шансов вообще. Ну, хоть посмотрим, что за уровень. Посмотрели. Не больше, да? Ну что, прям вообще такая жесть? Блин, неужели она? Такой контраст, что ли, прям сделали, что предыдущий уровень терпим, а этот вообще не вариант пройти. Посмотрим. Допустим, верю, но доверяй, но проверяй. Кто тут? Это что, у нее коса такая? Или что это? Кто? Юосама Канако. А, Ясако. Ясака Канако. Но это еще не босс, да, я так понимаю? Эх ты ж. Это так, первая встреча, скорее всего. Хотя нет, судя по... Да, судя по тому, что 4 звезды, это босс уже. Значит, уровень коротенький очень. А что там я должен был сделать? А, пока эти лазеры идут, я должен был проскочить, значит, да? В сторону. Попасть в фазу, так скажем. Ой, жесть. Ну, в общем, это на скорость атаки. То есть я должен действовать скоростно очень. Так. Почему по умолчанию стояла на квит? Типа, все тлен, да? Можешь даже continue не нажимать. ну это, блин, удаляй сразу, да? Не, да не буду даже пытаться. Надо до босса дойти без потерь. Не буду стрелять. Да, по-моему, в 7-й такое было. Или в 8-й. Ну, в общем, блин, подстава такая. Там еще было на японском, и я, в общем, вообще не знал, что нажимать. То как-нибудь путь до Ласпела. Ну, я как бы буду это стараться делать.
Не, ну опять жизнь потерял. Не понял. Ладно, буду играть так, как есть. Ну, потерял, значит, надо пройти босса на одну жизнь меньше. Не действует бомба? Да ладно. Зачем ты это сказал? Мне теперь это... Как-то... А, блин. Да не, как там проскочить? А как там можно проскочить? Только бомбы, да? То есть, тупо стратегия только бомбой? То есть, я же не могу между ними, там даже хитбокс не проскочит этот. Ладно, главное здесь не терять жизни. А, Дор, а при чем тут спойлер вообще? То есть, ну это же, блин, как-то глупо. Не понял, причем тут вообще спойлер. Это ж ты не сюжет расскажешь, или там даже не вид атаки. А то, что можно пройти без бомб, это я могу сказать, естественно, и про 12-ю, и про 11-ю, какие там еще есть. Разумеется, можно. Так давай, проспойлери тактику, я-то не против в этой игре. Проспойлери, как пройти без бомб? Пожалуйста. Все равно это сказать и пройти — это разные вещи абсолютно. Блин, нафиг. Ну да, можно. Ладно, Тор, ты этого босса так и не осилил? Блин, да что такое? Ну почему я жизнь потерял в самом начале? Блин, ну если даже ты не прошел, то тогда я вообще не знаю. Зачем было такой контраст сделать? Ну сделали бы всю игру сложной. Ну я первые 5 уровней прошел, но относительно без проблем, да? Ну сколько еще часа не прошло? Привет, Dark Angel. Да-да, будет, обязательно будет. Приходи на следующий стрим.
Так, ладно, пофиг, будем бомбить. Бомбим. А, да чё, я думал уже закончились они, блин. Вот. Не забомбил. Ладно, посмотрим, какая следующая атака. А, нет, эту атаку я уже видел. Да что такое? Не могу я бомбить, вот, жесть. Слишком жалко бомбы. Я тебя читаю, а что? А. Почему бомбить бесполезно? Помогает вообще-то. Ну, одно сообщение пропустил. И что, бывает. Не, бомбить это очень помогает. Так при чем тут хватит или не хватит? Главное, что я могу дальше продвинуться в самых неудобных моментах. Никто же не говорит, что я на одних бомбах чисто пройду. Блин, все-таки нажал. Ладно, самонаводящийся, говорите, да? Может, Мариса? Какое надо вот это, да? Первое. Ну, в принципе, если я сейчас без самонаводящихся до шестого дошел, то можно самое сильное тогда брать. А, ну хотя там был разлет широкий, да, это мне тоже помогало. Да только какая разница, ну и ты играешь Марисой, я могу Марисой. Я просто не знаю, какое. Ну, подсказывайте, какое лучше взять. Я, тем более, тут по-японски, я вообще даже не знаю, как они называются. Сломано? Ну, в общем, какое взять лучше? Первое? Это что, оружие сильнее или что? Какая у нее характеристика? А, самонаводящийся, ну я понял. Ну, значит, оно намного слабее. Сейчас там я потом прочитаю, когда будет время. У тебя маленький пульки вообще не заметил вначале, случайно проскочил. Ну да, конечно, самонаводящимися отчасти проще. Даже если хоть и они слабее. Ну, потому что я, во всяком случае, все время выпадаю. При некоторых условиях атака Мариса будет терять 3 секунды. Ну, так это же хорошо.
Такую же игру выпустили, такую выпустили. Так, ну я думаю, я тут без бомб-то смогу, да, пройти? Вот там уже 4 этих крыжка в один крутится. Да, первый уровень, конечно, очень легкий. Второй же посложнее. Но вроде бы я его тоже с первого раза, да, прошел. Жизни потерял, но, по-моему, с первого раза прошел. Континь я вроде только на третьем брал. Хотя или на втором, это не помню. Ну ладно, не суть. Не, вроде на третьем все-таки я брал. А, куда, блин? Я иногда путаю вот эти П с красными пульками, блин. Реально, вот просто я думал, что там П летит и на пульку поехал. Понапускали тут пулик. Но это я хорошо вначале уничтожил еще много. Да, самонадящийся, конечно, это все-таки удобно. Даже слабо. Можно собирать какие-то бонусы, а оно там само уничтожается. Ух ты ж, замикрил. Ну да, первые два уровня легко проходятся. Можно сказать, что я это уже прошел. Так или иначе. Даже если сейчас жизнь случайно потеряю, все равно. Но я думаю, что не потеряю. Потерял. Ну, не хотелось бомбить. Ну ладно, все равно я третий уровень не пройду без континя. Даже если бы сейчас сохранил бы жизнь, все равно на одной жизни пройти третий вряд ли. Так что это не имеет значения. И что, якобы шестой уровень проще пройти с вот этим оружием?
О, жизнь дали, надо же. То есть, в принципе, если бы я там жизнь сохранил, у меня бы сейчас было бы две жизни в запасе, как после континью. Надо же, то есть получается, что мог бы и пройти, как обычно. Потому что мне жизнь именно по очкам вроде как дали. А значит, что ее не будет, если я континью возьму. Не понял, а что она улетела? Я думал, я с ней сражаться сейчас буду. А, вон она. Блин. Некогда на паузу нажимать. От урона зависит, как быстро ты пройдешь последнюю фазу, в ней вся соль. А, ну так урон же слабенький от этой штуки-то. Но он постоянный, да. Но слабенький. Блин, я думал, успею пролезть. Ой, чуть не напоролся. Ну не знаю, с одной жизнью в запасе пройти. Ну может быть, но вряд ли, наверное. Неудачно стал. Так, ну на этой легкой фазе, по идее, ничего не надо использовать. Ой. Чуть не запоролся, лол. Слишком близко, по-моему, встаем. Да, тут ничего не надо. Не, я уже до шестого дошел. А я потом случайно нажал на выход и одно сменило оружие. Ну это вроде легкий босс. Неужели реально с этим оружием настолько проще? Все равно прошел третий уровень без континия. Удивительно. Хотя и не надеялся изначально. Ой. Ну ладно, это уже явно не пройду. Не, ну, не знаю, жизнь-то, как, ну, когда, какое будет количество очков дадут? Ну, вряд ли, я думаю, все равно получится. А, ну, ясно. О! Сколько? 32 миллиона? Блин, они могли цифры поменьше сделать? Так у меня сейчас уже 32 миллиона. Или только одна дается за все время. Да, я получил одну давно на третьем уровне.
Надо теперь поменьше рисковать, все-таки больше бомб использовать сейчас. Сейчас. Еще две. Сейчас. Так, еще одну могу использовать. Да, и это категорически необходимо. И, по-моему, сейчас придется жизнью. Фу, повезло. Дайте П. Фу, что-то прямо на волоске выживаю, но это куда годится-то, ну. Так, у меня бомбы нету. Косяк. Все-таки потерял жизнь. Чуть-чуть не дожил. Вот это же уже все последнее. Ладно, 4 бомбы есть. А, так. Последний момент дают увернуться. Где? 20, 40, 80, 150 миллионов? Ну, что-то редко. Ну, особенно после 80, что-то как-то жестоко. Я уже думал, фейл. Вроде звук был погиб, но использовалась таки бомба. Тут раз я здесь смог без бомб, но вот этой атаки. Странно каким-то образом. А походу потому, что я стоял высоко изначально, да? Странно, такое ощущение, как будто тяжелее стало. Я в тот раз на точняк без бомбы-то прошел, я точно помню. Да как? Опять ее эта атака летающая. Пришлось разбомбить. Одна бомба, но что-то я сомневаюсь. Блин. Эх. Вот эти крепкие. Вол, что я сделал?
Не, ну все, это можно далее. Не, главное, когда еще нажимаешь квит, хоть бы там спросили, вы уверены, а то вот нажал случайно и все. Оно и радо удалиться. Как от этого уходить, я без понятия. Опять вижу пейки в чате. Но пока не вижу самого сообщения. Как-то пока немножко не до сообщения, если честно. А, типа не спишь. Блин, зачем я читал сообщение? Ага. Было вообще какой-то файл уже. Блин, надо сосредоточиться, а не какой-то ерундой страдать. Не, ну куда я, чё, надеюсь пройти босса с тремя бомбами без жизни? Да ну... Ну как-то выключать уже в конце уровня тоже неохота. Она меня тоже фотографирует? Этот момент как-то упустили. Хотя в игре про фотографирование почему-то она такие атаки там не умела. Вообще никакие атаки не умела, кроме фотографирования. Так, давайте там мне не спойлерить, какие там следующие части. Для меня никаких следующих частей не существует, пока я это не прошел. Удачи, Аяка. Надеюсь, что я все-таки осилю ее за сегодня. Блин. Эх, прям в самом конце, ну как же так?
Но у меня пока две не пройденные, только которые я смотрел. Это 7.5 файтинг, ну драки. И 9.5, потому что слишком долгая, ну и слишком сложная. Ну там я 3 уровня прошел. Да куда? Блин, почему я стал на этом погибать? Я не понимаю. Как так-то? До босса не могу дойти нормально. Устал, что ли, уже? Эту фазу я вообще без бомб проходил. Вот. Так, ну чуть-чуть же там осталось, давай. Да лоб, на последней фазе все равно там жесть будет. Даже если я до нее дойду. На последней фазе надо хотя бы две бомбы сохранить. А куда там? У меня одна. И то еще. Сейчас же еще вот эта летающая будет фаза, а ее без бомб тоже. Вряд ли. Нет, ну просто я пытался без бомб, так как если бы я использовал бомбу, то бы я последнюю бы точно не прошел. Да ладно, только на изи прошел. Не, ну если там такая прям жесть, что просто вообще нереал, то я буду тоже на изи проходить. Потому что, конечно, биться месяцами об этот, об этого босса я не собираюсь. Я в основном, в принципе, в Тоху вообще для ознакомления играю, на самом деле. Плюс музыку послушать там. Но все-таки мне надо хотя бы до 6 уровня начали дойти, чтобы понять, насколько это нереально или что. Я слишком мало пробовал пока еще. Да опять я жизнь потерял, да куда? Что ты? Да что такое? Ладно, отдохнуть надо немного. Сейчас, перерыв 5 минут, ну может чуть меньше, 2 минуты.
Ладно, продолжим. Нифига, конечно, не отдохнул. Ну хоть чуть-чуть. Я еще жду частей Тоху, где можно будет наконец-то разрешение окна изменить. А то играть в этом микроокошечке, конечно, это тоже не самое приятное. Мне больше всего пока саундтрек понравился в первой части, во второй и в седьмой там, особенно на боссе какого-то там уровня. Ну короче, где Алиса Мегатроид, что ли, или как ее там, ну короче, кому надо, понял. Там и на самом уровне, и вот к боссу там. Переходит. У меня бомбы закончились, поэтому ничего не мог поделать. Хотя, если честно, я саундтрек из 8-9 пока скачивал, поэтому я его не запомнил. Жалко, что эти бомбы не весь экран очищают. Вот это вот печально. Да что же они зажимают-то? Да, с одной жизнью в запасе, с одной бомбой. Ну, я в курсе, так во многих же частях, шестях, там даже дополнительные уровни бывают. Ну да. Экстра уровень называется, или как там. Но я ни разу не доходил ни в одной из частей. И вообще хорошая концовка будет там. В девятой части то же самое. Там будет уровень дополнительный. Но из-за того, что она у меня вылетает, блин, я этот уровень не прошел. У меня тупо вылетает игра, но это жесть. Забил я на это дело. Ну, я на плохую концовку там проходил, так что вполне сойдет для меня. Да что такое-то, ну. Сейчас по умолчанию на контине в чем стояло. Да я не понимаю, ну почему я раньше проходил, сейчас нет. Я же, по-моему, доходил без потерь жизни до босса, или нет? Ну, по крайней мере, ну не вначале же терять. Ладно, не буду читать чат, пока не дойду до момента, где какой-нибудь диалог. Хотя я не уверен, что мне именно чат отвлекает. По-моему, это просто, не знаю, внимательность, что ли, притупилась.
Да, пришлось использовать бомбу. Так, это уже вроде получше. Бомб-то нету, ай-яй-яй. Оп, есть. Как раз таки пора использовать бомбу. Так, на бомбу не насобирал вообще, мало очень. А, ну как же, ну блин, ну почти же, блин, вообще жесть. Ну ладно, все равно это лучше, чем до этого. Хорошие концовки сильно отличаются от плохих, я так подумал, ради них стоит приходить в контейнер, но это очень сложно. Да с каких стримить? Ну не знаю, наверное, как обычно, где-то до 4, а что ты хотел, тоже постримить, что ли? Ну подожди насчет 12.8, ты видишь, какую я прохожу? Ну вообще, если Зан сделал с 10 части игры только непроходимые для обычного игрока, даже на плохую концовку, это плохо. Потому что все предыдущие были так или иначе проходимы, да? Ну хоть на последнем контине там, ну как-то, но проходимы. А если, блин, тут... Ну на нормале я имею в виду. А если тут вообще как бы без вариантов, то есть нужно реально просто тренироваться очень долго, ну, это плохо. Для этого лунатик есть, ну или хард. Зачем это делать на нормале? Ну что это такое? Зажало вообще. Так, одна бомба есть и жизни нет. Ну опять, это плохо, но я опять фиг пройду это. Ну как я должен эту фазу проходить без бомб абсолютно? И без жизни. Ну... Привет, мистер Набомнение. Есть русская версия? Да ладно, где? Я не знал. Почему-то в раздаче, где я скачал, не было. Даже английская, вон, какая-то косячная на плейн только переведена. Давай, скинь ссылку. Ну, я, правда, сейчас не буду... А, ну там как, русификатор? Ну, я его смогу там за минуту, да, поставить? Или там какие-то заморочки жесткие? Переустанавливать игру, может, надо или что? Если просто русификатор, то давай, я прям сейчас поставлю. А, хотя нет, эту игру надо завершать. Ну, ссылку все равно скинь. Я с первого уровня-то не буду начинать. Ну, вдруг, если сейчас на... Если на два стрима растянется, то тогда... Поставлю. Походу все-таки то оружие было лучше. Хоть я 3 уровня прошел без контине, но что-то я 4 не могу пройти. А с тем я 4 прошел с 3-го, да, по-моему, раза. Или даже с 2-го, не помню точно.
Ну, в общем, довольно быстро. Так, ладно, собрать для бомб материала. Сколько вроде этого мини-босса, да, быстро в этот раз убил. Так, вроде проскочил. Крошечки собираем. Надо наскрести как можно больше бомб. Потому что сейчас уже их использовать надо. Еще раз. Так, ну на 3 бомбы я набрал, и 2 жизни в запасе, норм. Ту часть на харде прошел? А ты разве не проходил до этого? Я думал, ты все на лунатике проходил. Так, ну без бомб-то добью, его добью. Блин. Ну были же там еще бомбы. Так, опять идти надо кругляшки пережить. Так, бомб нету, но зато есть жизнь. А это значит, по-моему, там 3, да, на 3 бомбы выпадает. А, он все-таки задел. Ладно, зато 3 бомбы есть, ну надо силить. Буду просто бомбить вначале, а потом уже миклить, чтобы не рисковать. Ага, ну хватило 2 бомб здесь. Наконец-то, наконец-то прошел 4 уровень. Да не, мистер, напомнение, я просто, ну ты же не был на начале стрима. Я в начале взял оружие другое, третье по счету у Рейму. И прошел на нем до босса 6 уровня. Там несколько раз не получилось пройти, и случайно нажал на выход.
И теперь взял вот это оружие самонаводящееся. И на нем что-то я еле-еле этот четвертый уровень прошел странно. Хотя на том оружии я его относительно легко прошел. А, на этом что-то прям вообще еле-еле. А, это босс. Ну, это босс, я помню, да. Ну, тут как бы, в принципе, хотя бы все понятно. Где бомбу использовать, где уворачиваться, ну, вроде, насколько я помню. Ну, это мини-босс, понятно. Вот не знаю, мне так и... Блин, ну понятно, я-то... Мне тоже так говорили, что якобы это самое крутое здесь, и я точно пройду. Но что-то, блин... Не знаю. Пока так не кажется. Не, ну как бы да, преимущества видны с одной стороны, но почему-то хуже получается. Ладно, разбомбим разок. И еще разок. И еще. И опять ты. Ну, не знаю, тут я не буду на этом виде атаки, даже, ну, не буду пытаться микрить, хотя можно, конечно, попробовать, но долго тренироваться надо. Ну, только если бомб не будет, тогда буду пытаться микрить. А бомб как раз таки и нету. Ну, вот. В принципе, за микро. Эх, ну что ж, ну. Все вроде собрал. Так, у нас две жизни в запасе, три бомбы. Ну давай. Не, я так и не пойму, что это лопатка. Это котлеты, да, переворачивать на сковородке? То есть она к нам прям с кухни. Так, здесь бомба, я помню. Потому что такая очень неудобная для меня атака вот. Ох ты ж, успел. Г.
Гахей? А что такое Гахей? Я ничего не знаю. Я знаю, что это котлету переворачивает. Никаких Гахеев я не знаю. Так, у меня бомб нету, это печально очень. Она разозлилась тут уже. Зажали! Так я же вообще не попадаю, со мной водящие все исчезли. Ну ладно. Теперь держись, у меня 3 бомбы. На! Лови. Поймала. Что за атака последняя, не помню. Это жопа, да? Это фигня, забомбим. Забомбили. Все, иди на кухню обратно. Готовь еду. Ну вот и 6 уровень. Снова. Бомб нету, ну понятно тут. Ну здесь-то да, да, я не спорю, но... Не, ну сейчас в любом случае надо континью брать, да? Ну куда мне с этим-то? Без жизни. Без перспективняк. Но я все равно буду биться до последнего. Не буду сдаваться. Просто надо же вспомнить хотя бы сам уровень. Ну вообще лишняя тренировка никогда не помешает. Так, ну вот и босс. Ну ничего, рано или поздно она сдастся. Просто пусть из жалости там, неважно, но сдастся. Ну это, конечно, фейл. Я тут не знаю, как нормально уворачиваться. Ну что там я мог еще сделать? Я так понимаю, мне нужно научиться не использовать бомбы до босса, да? Хотя не знаю, вряд ли. Хотя не обязательно, да, я же все равно их накапливаю по пути. Так что я думаю, это... Тут они не такие редкие, как в предыдущих частях. То есть вон уже я 2 использовал, но у меня все равно 4. Уже почти 5. Так на последней фазе, говорят, бомбы вообще не работают. Так, 5 бомб. Ну вот, без потерь. С 5 бомбами. Блин. 5 бомб просто так протерял. Вот кто сказал не использовать? Лучше бы я использовал 5 бомб, я бы пробомбил бы 5 бомб, 2 фазы, наверное.
Две фазы пройдены. Из пяти. Это я вообще не знаю, если честно, как. Ну как-то надо очень резко и быстро, но я не понимаю. Не понимаю, как там. Ну как-то можно, я понимаю, что как-то можно, но я не могу. Не могу найти как бы момент, когда мне нужно проскакивать. Так, это уже четвертая фаза. Вроде, кстати, на самом деле легкая, что я на ней жизнь потерял, не знаю. Так, пятая уже. Шестая. Что это? Что? Так. Бомба работает как очищение небольшой зоны. Ну, кэп. Но мне сказали, что это не работает на последней фазе почему-то. Так, зачем ты поднимаешься на этой карте? Это вообще... Расшифруй эту фразу. Что значит не поднимайся вверх на первой карте? Ты имеешь в виду, когда... Ну, я не очень понимаю. Короче... В смысле, на первой фазе, что ли? Как это на первой карте? Первая карта это что, первый уровень? Или когда первый экран? Я не очень понимаю. Привет, Элис. Разбомбили потихонечку. Тут довольно много с них падает, так что довольно спокойно можно бомбить. Ну не 5 бомб собрал, ну 4-15. А, хотя там он еще падает. 5 бомб все равно так или иначе. А, значит, все-таки под карты ты подразумеваешь фазы. Так, первая фаза. Какие здесь не лазеры? Ну как, ну блин, я опять. Все, я запомнил. Первую фазу мы бомбим. По-любому. Потому что тут микрить, но это слишком рандомно. Вроде получилось, но что-то не решился. Явно нет. Так, третья фаза. Самое непонятное. А, возможно, здесь надо вот так идти. Ну, хотя бы так я меньше буду бомб использовать, да? Так, четвертая. Походу, самая легкая. На самый легкий. Ну это, блин, это тупо затупило. Я могу такое миглить на самом деле. Так, пятая. А, здесь вообще тупо бомбить. Потому что непонятно, что делать. Шестая. А, вот это вообще что-то жесть какая-то полная.
Я в нее хоть попадаю? Ну хоть бы седьмую увидеть. Так, седьмая. Так, что-то знакомое. Восьмая, что ли, уже? Да, самая легкая гуф. Привет, Эксдемор. Глупый вопрос, зачем ты бомбишь? Глупее не придумаешь. Ну давай, Тор, удачи. Ну попробую. Так, первую фазу бомблю, помню. А то я просто 5 бомб впустую теряю. Ну это пипец. Так, вторая фаза. Не получилось. Фу. Так, третья. Так, пятая. Шестая. Ты наводящийся, говоришь? Ну, там у меня бомб уже не было, а уйти я не смог. Так если бы только ножи были, ну куда я жизнь впустую слил, ну блин. Так, седьмая. В общем, на восьмой я сливаюсь. Так там, как можно? Там же летят меня эти шарики.
где вот эти вот ножи летят, да, там же меняете еще шарики летят, и как можно там просто двигаться в сторону? Они же, блин, мне не дают пройти. Ну, очень сложно. Так, ну должен на 5 бомб собрать снова. Ну да, вроде стабильно получается. А, такие, которые после пузырей? То есть это там уже 9-я, да, атака. Вроде можно было, но... Пока много бомб, лучше по минимуму рисковать все-таки. Тут уже без вариантов. Да. Так, третья фаза. Как минимум две бомбы при бомбе используем. На четвертый надо просто выжить. Ну как же, ну блин. Тупо. Да что такое, ну. Ну это, блин, уже понятно все. Здесь надо ни одной жизни не терять, я две, блин, потерял. Бомб нету. Так, седьмая фаза. Или какая там уже восьмая, я сам запутался. А, вот это восьмая. Девятая. А, или это все одна, да? Это все одна, просто она как бы циклированная, цикличная такая атака. Ясно, это все одна. Ну, когда он закончится-то уже? Что у нее тратится вообще фигня? А, ну у меня просто наводящихся нету, понятно. Ну в итоге с наводящихся мне не так уж и пригождаются, да? Из-за того, что я бомбы использую. Ну, а все говорили, типа, это имба и все такое. Да сейчас у меня время быстрее закончится. Время закончилось. Так, какая-то там по счету, в общем, следующая атака.
Даже этих П не дали вообще. Ну, и что мне тут делать? Ну это ГГ. Так, амулеты в хитбоксе, пошли. Что такое амулеты? А, на второй фазе? Сейчас для того и играем, сейчас научимся. Что? Не, ну понятно, это лол. Да не, ну ты удаляй. Блин. Он что, сам убивается, что ли? Я же в него не стрелял, почему он меня не убьет? Не, давай сначала. Ну почему они эту кнопку ставят? О, жесть. Да блин, это... Я даже не могу приличных слов подобрать. Зачем эту кнопку ставить по умолчанию? Русскую версию, сейчас. Где там была ссылка? Ссылку еще раз скинь. Не, ну блин, это реально подстава просто. Для чего так было делать? Ну, сейчас ждем. Пока скачается. Скачается за полминуты. И скачалось. Сейчас поставим. Это как транслитерация по системе Поливанова, транслитерация по системе Хепберна. Вот поставим то, что рекомендуется. Да ты всегда говоришь на самое сложное, ты говоришь, что это очень просто, мистер Набумнение. Я уже это запомнил. Чем сложнее, тем ты говоришь, что это легче.
Гора Веры. Что такое хинт? Я так и не понял. Я не знаю, я знаю, что такое UFO, это Unknown Flight Object, а других UFO я не знаю. Для людей, наслаждающихся играми, здорово быть самоуверенным. Да по-любому, блин. Еще бы сказали, да так, для инди-игроков. Уровень достойный хвостовца, ты смеешься в лицо трудностям. Как обычно, если не знаешь, что это, значит не играй. Для освоения управления шаг за шагом и познаем жизнь. Я думаю, на легком можешь пройти. Хотя не, наверное, осилено нормальным, да, все-таки. Спокойная жрица, которая специализируется на атаках с достаточно широким радиусом. Веселая волшебница сейчас полностью в воровству действительно непревзойденно. Нет, говорят то, что на легком тоже сложно. А предлагаю, давайте я пройду на легком. Если я пройду очень действительно легко на легком, то тогда поиграем на нормальном. Самонаведение. Самонаводящийся амулет, тыльная позиция. Прямой фокус, запечатывающая игла, передняя позиция. Запечатывание, уничтожитель юкаев, лево-справа и фокус. Ну, такое-то самонаведение, наверное, попробуем. Хотя в итоге самонаведение не работает, когда мало слишком силы. Что? Мириады осенних богов, что ли? Я же буду читать все диалоги. Не, ну первый уровень я и так проходил без... без потерь вообще каким бы то ни было. Так что я думаю, что уж на легком-то я точно должен без потерь. Если, конечно, выпендриваться не начну из-за того, что типа легко. А то такое бывает тоже. Ну там типа собирать где-то в сложных местах или не довзрывать. А, блин, пропустил, что это? Пахнет чем-то вкусным. Ты хочешь съесть. Блин, что так быстро? Как нелепо, что за наглость? Кто сказал, что я собираюсь тебя есть? Хочешь сказать, это ты так вкусно пахнешь? Боги всегда заботятся о своем запахе, и, кстати, я богиня урожая. А, так вот почему ты пахнешь, как сладкая картошка. Да, я пропахла свежей печеной картошкой. Думаешь, я позволю жрице съесть меня? Да, диалоги, конечно, как обычно. Называется, лучше бы не переводили. Минарика Аки. Да, что-то полностью реально проще, да? Быстрее убивается. Да, японский юмор, он такой японский.
Да, меньше лазеров стало прям раза в три, наверное. Слабовато для бога. Интересно, бог моего храма сильнее? Что же, не время для сладкой картошки. Мне надо спешить. Взяла, пришла, убила просто. Это же жесть, конечно. Рейму самый жестокий персонаж, наверное, которого видел. Шрамы богов. Уровень 2. Великий лес Йокаев. Да, действительно, вроде, ну прям, да, заметно проще, что-то по одной пульке буквально летит. Но все равно, шестой-то босс, так или иначе, будет сложным. Даже на изи, ну, точнее, на легком. Да и к тому же я сейчас расслаблюсь, а тут все равно, как бы, ну, сложненько-то станет, наверное. Под какую-нибудь пульку попаду случайно. Из-за того, что я еще вверх летаю, чтобы собрать, тоже нарываюсь. В последнее время мне как-то не по себе. Здесь какая-то странная атмосфера. Уже полдень, а солнце почему-то не видно. О, ты все еще здесь? А я так старалась выпроводить тебя. Когда же? А, неважно. Я стараюсь отваживать тех, кто забрел сюда по ошибке. Но я не заблудилась. Я всего лишь хочу подняться в гору. А зачем тебе это? Разве ты не знаешь, что там опасно? Если ты мне помешаешь, то станешь моим врагом. Я не желаю зла людям. Я забираю людские неудачи и передаю их богам. Интересно, смогу ли я забрать твои? Юкай мои враги, а ты Юкай. Блин. Хина Кагияма. Что собирать? Блин, на чат нафиг отвлекаться, в общем. Когда пройду у босса, тогда буду на чат отвлекаться. Даже на легком все равно он чуть не попал под вот эту вот карту летящую. Или что это такое там. Прикольно внизу обозначение враг, где находится. Удобно. Потому что мне некогда смотреть наверх. Я всего лишь пыталась быть любезной и выпроводить тебя. Это не очень-то любезно с твоей стороны. Здесь начинается мир, где живут боги. Припомни мои слова, людям там не место. О, ладно, похоже, я наконец добралась до горы Йокаев. А, за какой верой следить, не знаю. Ну, я собираю все, что могу. Вот жизнь, кстати, дали недавно. А, безупречная крепость. Уровень 3, заброшенная долина. А есть русификаторы для последующих частей? Надо будет поставить, если есть. У меня, в принципе, сами еще следующие части не стоят, но я так вообще на будущее.
Да, вот эти намного слабее стали, вот. Я не знаю, кто это. Ой-ой-ой-ой, чуть не это. О, человек убежал. Что? Эй, куда ты? Чуть не напоролся. Так, это еще пока мини-босс, да? Ай-яй-яй, мой маскировочный костюм сломался. Что это такое? Ты всего лишь человек, но легко раскрыла мою маскировку. Это потому, что у меня хорошее зрение. А может быть, ты и вовсе не пряталась. До встречи, человек. Кстати, идти дальше опасно. Я все равно не остановлюсь. Ну вообще да, походу разница огромная между изи и, ну, легким и нормальным. Ну что, я без единой бомбы, без единой потери уже сейчас до босса третьего уровня дойду. И такое ощущение, что я его тоже пройду. Ну в смысле, не знаю, бомбу надо будет использовать или нет, но вряд ли жизнь потеряю. Так что походу разница реально огромная. Эй, это... Ведь тебя я встретил очень ранее. Разве я не предупреждала тебя о дальнейшем пути? Ты мне сильно помешала в тот раз. Разве? Я даже не знаю, чем ты занималась. Как же я могла тебе помешать? У меня срочное дело к богу, что живет на вершине горы. Ты позволишь мне пройти? Бог, что живет на вершине? Там живет множество богов. Что ж, скажу прямо, тебе лучше уйти. Я Нитори Кавасиро, более известный как Нитори Каппа Долины. Так что иди домой, там впереди полно тех, кто ненавидит людей. Да, я в курсе, но есть дела, с которыми мне обязательно нужно разобраться. О, я так давно не встречала людей, наших исконных друзей, и почему все так обернулось? Ну ладно, если ты и правда хочешь пройти к горе, покажи мне, насколько серьезны твои намерения. Ого, тут расстояние. И одна всего линия летит. Да уж. Ну, одна, как это сказать. Да. Ну, струя, так сказать. Шариков, не знаю, как это даже назвать. Блин. Хотел собрать сверху, но не получилось. Эти медленнее летят вроде как. Да уж, расстояние, конечно, здесь. Там нужно было вилять вообще, не пойми как, а тут просто стоишь и все. Даже на этих я бомбы не использую, хотя на нормале тут для меня жестковато. Да, без бомб. Ты сильна, я не верю, что мое оружие не причинило тебе вреда. Не думала, что люди могут быть такими сильными. Что ж, мне пора. Так. Ладно, сейчас. Человек, Каппа и люди дружат с давних времен, поэтому позволь сказать тебе кое-что. Дружит? Ты уверена, что не перепутала дружбу с застарелой враждой? На самом деле, на горе недавно появилась неугомонная богиня. Ты собралась победить ее? Плохое место для такой важной информации. Я забыла, зачем пришла сюда. Не могу в это поверить, люди такие странные. Я знала, что должна была посоветоваться с Тенгу. Я скажу всем капам о тебе. Так почему бы тебе просто не продолжить свой путь? О, я вижу водопад впереди. Тут-то все и начнется.
Если коротко, то в этой части шкала веры, которая постоянно убывает. Для того, чтобы это не происходило, надо убивать феи или подбирать предметы. На босса шкала останавливается. Заполняется шкала за счет зеленых звездочек. Числовое значение шкалы отличается количество очков, которые дают синие предметы. За очки здесь, как ты уже знаешь, дается жизнь. Ну то есть, в принципе, это нужно только для очков, да? К силе там это никакой роли не играет. Или к чему-то еще. Горная крепость. Уровень 4, райские водопады. Тот самый четвертый уровень, который я сколько раз там пытался пройти в предыдущей попытке. Но то был нормальный режим, а сейчас изич. Но не исключено, что жизнь я тут потрачу все равно. Не, ну если я такими темпами дойду до шестого босса, то мне кажется, там его забомбить просто можно. Даже эта фаза легкая, ну ничего себе. Я здесь вообще без бомб не мог. О, впервые бомбы, в общем, использовал. Решил не рисковать. А, бомбы еще и 0,5 только тратят? Чё, так это же 10 бомб, да и максимально можно даже собрать. Мне кажется, реально можно последнего босса просто бомбить без остановки. Пулю уворачивается от тебя. Ай-яй-яй. Я прилетела проверить слухи о вторжении, но не думала, что увижу тебя. А, мне нет до вас дела, Тенгу, иди с дороги. Мы получили сообщение о вторжении, поэтому по некоторым причинам вызвали меня. Хотя я всего лишь журналист. Что ты имеешь в виду? Все потому, что я знаю больше всех о тебе. Возможно, будет лучше, если я отговорю тебя. Таков был план моего босса. Я рассказала, мне нет дел до Тенгу. Я просто хочу увидеть божество, что живет на вершине горы. Горную богиню? Ха-ха, ты говоришь о той самой богине? Ты что-нибудь знаешь о ней? Недавно тут появилась богиня, принесшая нам массу проблем. Она считает эту гору своей. И собирается даже спускаться к ее подножью, чтобы собирать веру. Значит, она собирает веру. Это точно она. Я хочу встретиться с ней. Где мне ее найти? Если она выйдет за рамки, мы Тенгу сами с ней разберемся, так что тебе нечего тут делать. Ой, да ладно тебе, я проделала весь этот путь. Почему просто не отвезти меня к ней? Извини, но я не могу пропустить тебя. Если я пропущу тебя так легко, остальные Тенгу просто не поймут этого. Блин, вы Тенгу настоящая заноза. Быть в обществе означает, что иногда не все будет по-твоему. Я не буду тебя сильно бить, поэтому давай сразимся. А, спасибо за заботу, но знаешь, ты могла бы просто пропустить меня. Интересно, какие фазы я здесь могу... без бомб пройти, вот это поворот.
Да что-то я не ожидал, что она выстрелит так резко. Да ладно. Ничего страшного, наверное. Ну, уменьшил шансы пройти шестого босса, да. Ну, так, чтобы континью не брать. Да, здесь слишком легко стало уворачиваться, явно. Огромные такие проходы. Жизнь дали за 80 миллионов. Следующая в 150 миллионов. Если я столько наберу, конечно. Да, здесь такие огромные дыры. Понятно. Совсем другая игра. Практически инди. Ну, опять же, вероятно, шестого босса это не касается, да? Я не собиралась драться по-настоящему, но ты все равно оказалась сильнее, чем я думала. В таком случае, может быть, ты сможешь одолеть эту богиню. Так веди же меня к ней, наконец. Эта богиня объявилась здесь не так давно вместе с храмом и озером. Чуть дальше в горах есть новый храм, она должна быть в нем. Храм на вершине горы? Я думала, что мой был единственным. Так, это пятый, да, уровень у нас? Бриз на Святой Горе, уровень 5, храм Мория. Надеюсь, я правильно прочитал. Тут еще суть в том, что не только сами враги, да, легче там, ну, их, там, атаки легче, но и суть в том, что из-за того, что я очень мало использую бунт, у меня сила на максимуме, и поэтому мне их еще проще убивают. Так, и что, даже эту атаку можно заметить? Ну да, в принципе, тут большие... Не, лучше тут все-таки уже не буду так рисковать. Нет, подожди. Сейчас, если я это легко пройду, то попробую, наверное, нормал еще. Правда, возможно, не сегодня уже все-таки. Однако, ух ты ж, ну... Однако я не обещаю, что я все-таки нормал буду проходить. Если для меня окажется слишком тяжелым, то я не буду. Ну, как я уже неоднократно говорил, для меня челленджей топу нет. То есть прохожу только то, что мне хочется. Если такая жрица, как ты, взошла на гору, видимо, ты хочешь присоединиться к нам? Что ж, это и правда похоже на храм. Значит, есть еще один храм помимо моего. Это храм Мория, давно позабытый храм прошлого. Он был перемещен в Генсаке вместе с озером, которое ты видишь. Ты переместила храм вместе с озером? Как это вульгарно. Теперь моя богиня и я будем хозяевами этой горы. Затем, когда мы захватим и твой храм, вся вера Генсекё станет нашей. Если вы это сделаете, никто из богов Генсекё этого так не оставит. Но это все на благо Генсекё. Генсекё ослабнет, если его набожность продолжит уменьшаться. Мы все потеряем силу творить чудеса. Довольно шуток. Я уж как-нибудь сама разберусь с набожностью в Генсекё. Я Саная, жрица ветра, потомок забытых богов из внешнего мира.
Иногда люди, почитающие богов, и сами почитаемы. Иногда и жрицы могут стать богинями. Ты ведь сама жрица, готова ли ты к подобному? Мне все равно, стану ли я богиней или нет. Но если ты хочешь драться, готовься. Что ж, тогда узри же силу богини во плоти. Силу, творящую чудеса. Ага, только не на легком. Не знаю, зачем я бомбу использовал. Ну не суть, бомбы-то накопятся. Главное, жизни не теряют. Блин, чуть-чуть не сработал рефлекс. Ну, мистер Напомнение, это зависит от того, насколько сложный шестой босс, ну, на легком режиме. То есть, если там сложность запредельная, то, возможно, мне даже эти 4 жизни в запасе ничего не дадут. Тем более с моими-то фейлами. Ну, посмотрим, да, как бы. Скоро, я думаю, увидим. Еще за 150 миллионов еще дадут жизни, если я успею набрать. А ты сильна. Но если ты так сильна, то почему у твоего храма так мало паствы? Я бы тоже хотела это знать. Я думаю, ты могла бы получить немало веры, если мы включим твой храм в нашу епархию. Ну, я подумаю над этим, но сначала я хочу встретиться с этой богиней. Что? Ты хочешь сказать, что твоя цель — покарать богиню, которая делает плохие вещи? Озеро богини ветра, уровень 6. Так, ну 5 бомб я, разумеется, не успею набрать здесь, но зато у меня куча жизней. Блин, пропустил там кучу П. Ну ладно, главное вот эту кучу не пропустить. А, не, почти 5 бомб, надо же набрал, ну 4. А вот и озеро, она должна быть где-то здесь. Что это за жуткие колонны на горе? Эй, ты, выходи. Кто меня звал? Так, я вот думаю, где мне использовать бомбы, как обычно. Но надо как можно больше бомб использовать, потому что, ну, да, что в пустую не уходили. Кто меня звал? Ой, кто это? Это же жрица из храма, что у подножия горы. У тебя какое-то дело ко мне? Ты достаточно дружелюбная богиня, да? В последнее время последователей легче привлечь улыбкой, а не грозным видом. Что ж, я бы не хотела, чтобы мой храм захватывали, поэтому не могла бы ты прекратить все это? Я и не собиралась ничего захватывать. Я лишь хотела помочь твоему храму. Я хочу, чтобы в твой храм приходило больше людей. Хочу вырвать его из когтей юкаев. Ого, да ты просто душка. Но даже если я отдам храм тебе, у меня не прибавится последователей. По крайней мере, твоя вера не опустится ниже нуля. Вера в Бога — это то, чего не хватает в Генсекё.
И как жрица, ты это должна понимать. Ну, я не отрицаю, что храмы нужны посетители. Но я сама с этим справлюсь, мне не нужна твоя помощь. Храмы нужны не жрицам. Храм — это дом богов, и я думаю, что тебе стоит всерьез обдумать назначение твоего храма. Посмотрим, что за фаза. Ой, да они издеваются, что ли? Они бы еще километровые дыры бы сделали. Ну ладно, посмотрим там дальше фазы. Да я даже тут проскакиваю. Ладно, не буду рисковать. Как раз мой уровень сложности, действительно. Эй! Ух! Возможно, это было фатально. Нет, не мой это уровень сложности. Не считается. Бонус провален, да еще бы. Тут уже не до бонусов. Но, судя по всему, я пройду со такими-то жизнями, да, ну, не могу же там, какая бы там фаза ни была, ну, не знаю, ну, неужели я столько жизней потрачу? Ну, та фаза, которой все говорят, что прям вообще нереал. Блин, я почти ее не раню, но сейчас... Да. Ну фиг его знает, может и потрачу. Ну время-то закончится. Рано или поздно. А, вот эта фаза, которая, да, жесткая слишком. Непонятно, как проходить. Да, ну там вообще... Ну ладно, три бомбы хватит, надеюсь. Одной хватило. Итак, последняя фаза. Четыре бомбы. Две жизни в запасе. Ой, что бы тут на нормале было? Лол, и что делать-то? Я в нее вообще попадаю? Да как там? Лол, что делать-то надо?
я не понимаю. Да я у нее ничего не трачу жизни вообще. И что нужно было делать? Я просто не могу, я не понимаю, я у нее вообще не потратил жизни. Сразу говорю, на нормале я уже точно не буду проходить с такими этими. Ну, поднимался вверх, чтобы расчистить путь для пуль своих. Не из-за этого. Я потому что снизу вообще ничего не тратил. Ну, да. Ну, так, если... ну, я вообще не пробивал ее. И что делать, непонятно. Я смотрел на шкалу, она вообще не уменьшалась. Не знаю, что там надо было делать. Да ладно, 99 секунд. А для чего тогда полоска жизни, если там, ну, это просто время? На какой, в какой-то части, там, то ли 9-й, что ли, то ли 8-й, там нужно было именно продержаться какое-то время в самом конце. И, ну, там, да, там не было даже полоски с жизнями. Ну, в общем... Ну, значит, на нормале прохождения, наверное, не будет, слишком сложно. На изи, ну, на легком будет. Так, ну, нельзя было об этом написать, ну, как бы, блин, помочь просто, да? Надо уже написать тогда, когда я слился. Так я тоже думал, потому что, ну, неужели столько жизней, столько бомб и не пройти? Такого не было до этого, ни разу, ни в одной из частей. А теперь с двумя жизнями нет шансов. Нет, ничего не очевидно. Вот вообще, вот, когда я играю в Тоху, ничего не очевидно вообще. Очевидно только то, что нужно не отпускать кнопку стрельбы, и то, что на стрелочке она двигается, и все. Это только вот это очевидно, все остальное больше ничего не очевидно. Но если первый раз в это играю, с чего я знаю, что там, когда бомбу используешь, не идет урон, откуда я это знал вообще? Откуда я знал, какую нужно тактику делать, если я первый раз до этого босса дошел? Ну, в смысле, до этой фазы. Нет, были уязвимы. А, ну к бомбам? Нет, ну не помню, ну в первой точно были уязвимы, а там дальше, ну там по крайней мере бомбы очень сильно помогали пройти. Ну в общем, не знаю, но мне кажется... Почему только русский алфавит оставили? Еще и по порядку. Можно сохранить реплей даже. Ну откуда я знал? Что нужно так делать?
Это был не тупой слив, это был слив новичка, вот и все. Того, кто первый раз дошел до этой фазы. Ты хочешь сказать, ты когда первый раз дошел, ты сразу это понял? Вот прям вот самый-самый первый раз вот. Или ты до этого на Ютубе смотрел? Ну, я не знаю, ну попробуй, ну, с двумя жизнями, но мне кажется, это бесперспективняк сразу. Ну так видишь, поэтому для тебя и очевидно. А я вообще нигде ничего не смотрел. Я впервые вижу эту игру, вот сегодня я ее впервые включил. И нигде никогда не видел, даже вообще какие-то уровни, ничего. Ну так. Так что твои эти выпады, они немного не в тему. Я вообще ничего не читал, никогда не смотрел. Я только иногда смотрел там прохождение на Лунатике тех частей, которые я уже прошел. Значит, надо тут надо как-то без бомб. Так, ну это без бомб вроде осилил. Нет, это уже ХЗ. Так, здесь надо не слиться, ну блин. Вроде же вообще, на самом деле, не кажется это сложным. Так. Но жизни заработать не получится, да? Никак. Очков не хватит просто. Вроде пока получается здесь уворачиваться. Правда, я не вижу, я и трачу что-то или нет. А, ну по всей видимости, да. А, та самая фаза. Ну, в принципе, здесь можно попробовать продержаться. А, что я сделал? Блин, косяк. Честно, повезло. А, блин. А у меня там было еще бомб куча, да? А, еще же эта фаза, блин. Тут по-любому три бомбы слить, по-моему, надо. Может, не три. Ну, две.
А, и уже эта фаза началась, последняя. Но мне не хватит, наверное. Так, главное не слить жизнь. Главное не слить жизнь. Ну, по крайней мере, пока бомба есть, я имею в виду, конечно же, это. Оружие-то все слабее и слабее становится. То есть, по-вашему, я там ей трачу, да? Мне просто некогда смотреть. Ну, вроде да, я заметил, полоска вроде уменьшается, да? Так, бомб нету. Блин. Пришлось использовать. Не, не хватит, там у нее еще жесть сколько. Блин, зажимает. Блин, на самом деле немного осталось, я еще раз попробую. Да хватит уже говорить про то, какие будут впереди части. Я эту часть сейчас прохожу, ну... Я же 100 раз говорил, не нужно говорить, какие будут впереди части. Я до них дойду. Так, ну если там осталось настолько не, чуть-чуть совсем, то я думаю, это в принципе реально. Где-то там я вроде фейлил, да, в одном месте глупо. Значит, можно зафейлить умно. По-моему, я на последней фазе несколько бомб просто так потерял, да, слив жизнь. Вот, значит, если бы я этого не сделал, я бы прошел. Ну, не факт, что в этот раз так же получится, но... Когда остается так мало, то я вижу, что шанс есть. Да ну, в смысле, даже для меня, именно в этом плане. Так-то понятно, что и на лунатике пройти можно, но я имею в виду именно для меня. Ну куда? Не, вот это вот уже все. Не, даже не буду пытаться, время очень много терять. Жизнь тратить, по-моему, до последней фазы вообще нельзя. А, нет, не до последней фазы, я тогда где первую потерял-то? А зачем показывать изики предыдущих частей, если я на нормале там, в принципе, прошел? Там же все равно хорошую концовку нельзя открыть на изи. Если бы можно было, я бы показал бы.
Да не, я токи эти пройду сейчас и все, наверное. Скорее всего, не буду к ним возвращаться на стрим, по крайней мере. Ну, если там где-то можно что-то дополнительное открыть на изи, ну, на легком, да, тогда, да, говори, в каких именно, я такие, возможно, пройду. На, ну, типа там, на хорошую концовку или что там, дополнительные уровни. Такое возможно. Но если там тупо обрезана игра на легком, то тогда нет смысла. Так. Микро включаем. Да что такое? Ну, блин. Нет, это надо проходить... Не только без потерь жизни, это надо без бомб проходить. Я поэтому бомбу не использовал, потому что здесь надо... Ну это легкая, блин, штука, ну... Это, наверное, чуть ли не самая легкая на всем боссе, кроме первой фазы. Блин, это надо проходить вообще без напряга. Точнее, с напрягом, но без использования чего-либо, тем более жизни. Я просто там говорю, почему бомбу не использовал? Сознательно, потому что, ну... Блин, мог бы не использовать бомбу. Потому что там надо без этого проходить. Достаточно легкая штука, чтобы не использовать ничего. Что это было? Ну, короче, понятно. Не, ну блин, что тут? Без жизни куда? Это ты про какую? Где вот эти большие летят? Да я как-то на них вроде и не погибал особо. А, не, четвертый это ты говоришь то, что вот где маленькие, да, как раз таки где вот, ну, сейчас свой слился на чем. А, так поэтому я сливаюсь? Хитбокса больше, чем пульки, что ли? Я думал, хитбокс пиксель в пиксель. Забыл про это. Фух.
Надеюсь, одной бомбы хватит. Хватило. Так, опять. Фу. Так, далее. Пришлось бомбу. Ну ладно, тут уже не страшно бомбу. Это главное, чтобы... Так, фаза. Тут, конечно, без бомб можно, в принципе, но... Лучше жизни не терять. А, потратил, две бомбы потерял. Вот эти. А у этих хитбоксов, по-моему, наоборот, меньше, чем они выглядят. Вот у огромных синих шаров. Вот этих пузырей. Бомбу придется использовать, к сожалению. Так, ну добьется, нет? Не добилась. Еще бомбу пришлось использовать. А, следующая стадия. Эх, куда? А что, у меня бомбы не было, что ли? Или я реально не успел нажать? Еще и не все собрал. Ну, короче, опять файл попытка. Не, даже трех бомб мне не хватит здесь. В теории надо под ней стоять, но это жирно слишком. А, я по-другому и не попадаю, у меня сейчас нету наводящихся. Так что вообще, по-моему, вариантов нету особо. Если сказать, подумать, что не надо умирать, ты обязательно умрешь. Double shift научиться делать? Ну, фиг знает. Так-то в теории ничего сложного нету. Отпустил шифты и рвешься.
Бывает. Так, ну, на 5 бомб я уже не собирал. Так что можно особо не собирать больше ничего. Очки мне тут уже не понадобятся, все равно я 20 миллионов здесь никак не успеваю набрать, даже на 8. Ну, третью фазу, ну не знаю, это надо тренить. Мне все равно, я потом теряю жизнь по-любому с парой бомб, так что нет разницы, что я сэкономлю бомбы на третьей фазе. Так, первая фаза, ну давай, самая легкая. Да я представляю, тут на лунатике, пипец. А, вторая. Ну, вторая немножко на рандоме. Ну, не то, что на рандоме, как вот, как повезет. Так, третья. Четвертая. Главное идти туда, где пули расходятся, а не сходятся. Ну, в большинстве случаев. Так, пятая. Еще бы чуть-чуть. Шестая. Что-то... дернулась рука. Седьмая. Значит, всего 8, да, можно сказать, фаз. Это седьмая, если... то вроде следующая последняя. Что это такое было, блин? Бомб нету. Но я еще ни одной жизни не потерял. Ну, как бы это подразумевается, что это скоро произойдет. Не знаю, на этой фазе или на следующей. Да по идее на этой фазе нечего терять. Можно даже не тратить на нее здоровье, просто выдержать во времени. В целом-то. Нет тут ничего критически сложного. Просто я стараюсь успеть туда стрелять, из-за этого иногда тоже бывает. Ну вон, уже по времени выдержал. Давай. Фу. Так. А, еще же эта фаза, точно, вот, восьмая. Ну, бомб нету, к сожалению, значит. Значит. Пришлось бомбу использовать, главное, чтобы взять эти все П, а то бы я просто их не успел бы все взять.
А, но все равно так и так одну пришлось бы использовать. Так, ну шансы неплохие в целом. Видели бы вы, как я сейчас сижу, я просто практически уперся лицом в монитор, в это маленькое окошечко. Так, не мог проскочить, но... Так, еще одна бомба есть. Не вижу, сколько у нее здоровья, поэтому... А, не, сейчас посмотрю. Много еще, много. Скоро жизнь пойдет в расход. Как я там проскочил? Лол. Только одну бомбу собрал. Блин, не-не-не-не-не. Блин. Жаль. Да это... Слишком... Тут фишка в том, что... Обычно после смерти сразу дают 3 бомбы там во всех предыдущих частях, а здесь их еще надо собрать. А тут не особо соберешь на вот этой фазе. На 9-й. Не знаю, попробовать еще раз или хватит на этом. Так я потом не успею вернуться назад. Ну не знаю, ну возможно. Может быть, я просто боюсь этого делать. Было бы еще у меня 2 бомбы дополнительные, может быть, я и добил бы. Ну там уже 50 на 50 примерно. Ну ладно, наверное, еще разок последний попробую. Но это лишь означает, что будет еще один стрим потом. Но не подряд, а какой-нибудь потом. В общем, не знаю, когда. Ну, не, большого перерыва это не будет, но... Так, пару стримов, наверное. Хотя, как сложится. Так и если бы я в тот раз, у меня было сколько там, 4 жизни, по-моему, у меня было 2 или 3 жизни, когда я дошел до последней фазы. И, блин, я реально мог пройти вообще, ну, чуть, грубо говоря, не напрягаясь. Ну, если бы я знал, как надо проходить. То есть, по идее, мне еще раз просто начать с начала игры, и я пройду. Причем, по сути, скорее всего, пройду без единого продолжения. Потому что если я сейчас почти убиваю с 2 жизнями в запасе, то что уж говорить, если у меня будет их 5 изначально, или сколько-то там кучно.
А их может быть еще больше. Я там еще терял жизни на 5 уровне там. А там можно, в принципе, было и без этого обойтись. На самом деле. Так, 4-я. Так, есть 5-я. Так, бомбочку восстановить надо. Не восстановил! О, да, надо было еще собрать. Надо было все их собрать, походу, обязательно. Еще и потратил бомбочку. Ну ладно. Я вроде на этой фазе так и так трачу. Что это было? Ну вот это вот уже был провал. Ну это был провал. Потому что я 5 бомб или 4 бомбы потерял. Значит, в следующий раз пойду. Ну, как говорится, раз на раз не приходится. На этом стрим заканчивается. Вот. У кого вопросы, пожелания, замечания, предложения, можно писать в чат. Жду вас на следующем стриме по Тоху и по другим играм. Всем пока, увидимся.